Меня зовут Жучков Вадим. Работаю я в службе аварийно-восстановительных работ слесарем-водителем. Мое утро начинается в 6 утра. Просыпаюсь, как обычный человек, с чашечки кофе и сборов, и выездом на работу. Мои обязанности входят все, что мне приказывает делать мастер. Но мы работаем согласно инструкции должностных. Как бы, если вкратце там объяснить, если мы приезжаем на аварийные работы, моя обязанность в первую очередь связаться с диспетчером, доложить, что мы прибыли на объект. Далее мы оцепляем, то есть перекрываем все подъезды, допустим, к объекту либо к зданию. Аварийный знак установлен, движение перекрыто. И дальше работаем согласно указаниям мастера. Проверяем загазованность 50-метровую зону. Данный прибор нам помогает не попадать к людям на участок. То есть мы можем дистанционно проверить на загазованность и утечки газа, не заходя к абоненту в дом. Значит, дом номер 5 по улице Вишнева, вслед, загазованность и утечки газа не обнаружено. Значит, автомобиль оборудован всем необходимым для ликвидации аварий. Автомобиль является автономным, что нам позволяет работать абсолютно с любыми ситуациями чрезвычайными. Я люблю свою работу за то, что она не монотонная, а тут постоянно какое-то разнообразие. Ну, как бы я как человек подвижный, мне нравится такой вид деятельности, так сказать. То есть постоянно что-то новое получать для себя. У нас коллектив службы аварийно-восстановительных работ большой, довольно-таки дружный. То есть, ну, всегда друг друга выручаем, помогаем, что-то подсказываем, кого-то чему-то обучаем. То если там пришел новый человек. В нашей работе, прежде всего, надо думать головой, то есть принимать правильное решение, так сказать. Думать то, что мы работаем с опасными объектами. А для этого, значит, нужно быть внимательным, дисциплинированным, ответственным, что немаловажно. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.